У нас 1 июля 2016 года. Это утро, до завтрака еще у нас в лагере Стане. Вот у нас ребята наводят порядок. Тут у нас пилим дрова, все это убирается. Вот, аккуратненько. А? Можно ему взять на улице поместить? А где именно? Где ты хотел нести? Ну там нет, там не надо, там метелка все. Там все метелка делается. Вот, вот порядок, вот Степа работает. Давай, Степа, собирай. Молодец. Вон у нас Тимофей работает. Это оно деловое. Вот. Давай, хорошо. Отмахни здесь. Игнать, значит, рыбу чистит. Там комарики. О, видишь, вот. Это кто пришла ко мне? Софья, Мария? Как тебя зовут-то? Соня? Софья? Софья, да. Софья, она отгоняет комаров. У меня руки-то, видишь, какие, гальяне. Таскай, таскай туда. Гальяне. Вот смотри, как их чистят. Вот так вот с двух сторон, и вот так надавливаешь, и все, ничего нет. Сегодня мы попросим из этих, это сегодня улов такой, спечь пирог гальяний. Это все высушим. Вот. Сейчас мы отдадим. Пошли дальше. Пройди, как там готовят, объясни, что ждем комиссию, поэтому уборка делается позже, а сегодня раньше, до завтрака. Вон Тимофей, смотри, что несет. Ты далеко пойдешь. Куда, куда, Тимофей, в кучу ну в эту. Вот, в кучу, ты куда подожди, ты таскаешь-то? Это на костер пойдет. Конечно. Нет, топтать не надо ногой. Так, положи лопату на место. Уже упер. Положи, я сейчас прибу буду делать здесь. Подвести. Пройти надо по всем келям, по женским везде пройти, здесь показать. А мы вот этого мусора уберите. Что он тут делает прямо среди инструментов? Я сейчас делаю. Так. Минутку. Зайди сюда, покажи, что тут делают они. Включи свет. Здесь убираемся перед комиссией. Готовимся. Уже без 10 минут. Пройти по всем келям, показать, какая уборка идет. Собрала? Молодец. Сейчас это травку по выдерке вот вдоль этой кельи. Да, рукавицами. Угу. Че, куда туда? Это-то? Ну туда вот где-то на костер возим. Щепки эти. Вот туда положи. Вот. Посмотрим дальше, что у нас тут делают девчонки. Девочки. Так, ну-ка, двери откройте. Они закрыли, чуть пыль не несла. Да? Так, показывай, чем вы тут занимаетесь. Ну, убирайте, заплетаетесь. А порядок наводите? Да. Наводите быстрее только. Сейчас уже завтрак будет, давайте побыстрее. Чего вы такие, долго-то так? Так, это, кто свободен на выход ягоды собирать? Бегом. Быстрее, быстрее, быстрее. Все, чтоб лучше осталось, помогла бы. Потом уж не успеем до завтрака. Иди сюда. Снимать, помогите ягоды собрать на стол. О, это у нас Виктория здесь растет. Потихоньку не наступай на ягоды. Набираешь? А потом положишь. Собирай ягодки, собирай, Маша. Хорошо, смотрите. Во, только красные бери. Натоптанный ягод. Только когда полностью красная, только тогда берите. Полузеленый не берите, полукрасный. Вот. Вот, красный. Все, клади он, Игнатьев он еще. Не наступай на ягоды. На ягодки смотрите, не наступайте. Так, раздвигайте и находите. Раздвигайте руками. Обойди, обойди. Так, нет, ее, она наступит, давай. Тут что-то белое, вот. Белое уже срывает. Ну ладно, ничего, сидят белые. Давай, собирай, помогай. Помогай, Соня. Набирайте в руки или кружки возьмите. Я думаю, кружки хорошо бы взять. Агния, сходи, возьми кружки, три хотя бы. Давайте быстрее. На стол пойдет, сейчас, сразу. Там по келям мужским пройти надо. Посмотреть, как выносят мусор далеко в эту крапиву. Показать, куда.
чтобы они знали. Вот я вижу, почти крас. Ты зачем сюда-то складываешь? У тебя она замарается, потом не отстирается. Ты что? Иди, выложи. Сейчас кружки принесут. Или сходи, возьми тоже. Вот братья тут территорию убирают. Соня, собирай, вон, смотри, сколько, вон сколько ягод. Присядьтесь. Только красные берите. Полностью красные. Как там мальчики убирают? Вас спрашивают. И поясняю, что рано так убирают. У нас не положено. Надо постель, чтобы выдохлась. Потому что комиссия. Мы Потемкинскую деревню создаем. Клади, Потемкину клади. Так, Потемкин мертвые души показывал Екатерине, говорит. Так, потихоньку. Вот так раздвигайте. Там первое не это, ягодки, Кать, там, не там то это, начальник лагеря, там не трогай. Только здесь. Не наступать, я пошел, там много раздавленных. Сколько набрали уже. Смотрите. Давайте. Давай, собирай, Ксюша, молодец. Так, я опять... Перехожу сюда. Так, дальше смотрим, что у нас. Вон брат Никита понес. Что там, следующую кучку пошел брать? Никита? Не-не-не, в крапиву, только в крапиву. В крапиву, в крапиву. Так он же не туда убрал. А? Он же не выбрасывает. А там кучку что ли подбирать? Я зателиваю. Ты думал, он туда что ли? Нет, я... Ну хватит, так где-то. Простите меня, братья. Все-таки полезно, когда начальство приезжает. Вот, вот у нас дежурный накрывает. Сейчас столы протерли. Сейчас будут раскладывать ложки, хлебушек. Неудобно без лопаты. Там без лоп... Ну ты собирай самые основные щепки, самые основные. Потом уже остатки там уже сделаем. Сейчас они тут уберут, у тебя там возьмутся. Нестор, так долго вместить недалеко не надо. Кучку делай тут одну. Следующую кучку делай. Зачем тебе это? Так, собирай, нет, это, хватит болтать языком своим. Самые основные щепки собрал, все. Грязь-то не собирай туда. Зачем она нужна? Унеси. Давай, давай. Нет, я тебе сказал, зачем ты мечешь все? А куда? Ну все уже, все, все, оставь, не мети больше. Лопата, куда? Куда? Вон щепки-то. Что ты? Тарас. Забился. Порядок. Православный лагерь Стан. Посторонний вход воспрещен. Только имеет право начальник лагеря выпустить с его разрешения. Все везде записывается. Внимание, идет видеозапись. Так, сейчас хлеб будет раскладывать. Ну вот так вот, слава богу, за все.